Вчера к нам приехала Наталья Королевская со своей программой так называемого «Боремся вместе, вместе победим» за мир. Но мы прекрасно помним мир партии регионов, русскую весну 2014 года, к чему это привело. Сегодня опять приближается к 9 мая событие. И опять у нас, значит, раздаются листовочки, опять борьба за мир. То есть выходят бабушки и заявляют о том, что нужно соблюдать минские домовленности, которые мы не соблюдаем. И приглашают нас их на территории Украины соблюдать. А также остановить репрессии и наступление нацизма. Гарантировать каждому свободу слова, прекратить цензуру, давление на СМИ, репрессии против оппозиционеров и инакомыслящих. Остановить наступление, вот это особенно интересно, нацизма в Украине, пропаганду и насаждение человеконенавистничества. Я говорю, кого вы подразумеваете под нацизмами? То есть это нас, то бишь всех людей, которые сегодня разговаривают державной мовою, на что Андрей Федай четенько заявил, говорит, нет, говорит, это же вот который был фашизм, нацизм в 45-м году. Я говорю, а так вы против них сегодня вышли выступать? Да, Королевская тоже сегодня она к нам подъехала, мы ей говорить не дали, потому что мы тот раз, когда она к нам приезжала, мы ей венок подарили. Мы считаем, что ее политической партии, ее карьере уже не место. Мы уже прекрасно насмотрелись, до чего они Луганск довели, до чего они Донецк довели. Да? И сегодня они опять, мы сказали, я ей лично заявляю, говорю, почему вы не едете в Луганск? Откуда вы приехали? Почему вы там не призываете женщин и людей выходить и бороться за мир? На что она мне ответила? Я гражданка Украины. Я говорю, подождите, а Луганск у нас что, уже не Украина? То есть вы вызнаете сегодня официально, что Луганск это не Украина? Почему вы там, с той стороны, не призываете женщин выходить? Езжайте туда, поднимайте, пусть все ЛНР, ДНР выйдет и скажет, как в 2014 году подписывают референдум, да, что мы хотим в Украину, мы за мир. Пусть, значит, российские агрессоры развернутся, тогда уйдут с той территории. Все, война закончится. Какой другой вы видите путь? Значит, сейчас мы собираем подписи до керівника сектора АТО, написали такое звернення. Почему? Потому что вот эти вот киоски, которые они выставляют, палатки свои, они приводят к провокациям. Мне сегодня позвонили, у нас мальчик подошел просто в желто-блакитной шапочке, и эти бабушки сумасшедшие на него накинулись, с него сорвали шапку. Естественно, что паренек там, подросток, он там начал ногами буцать, завалил эту палатку их, любая реакция нормального, адекватного человека. Вызвали полицию, и тут приехали мы все. То есть мы у себя в городе, все патриотические партии, мы против вот этого вот, потому что мы прекрасно понимаем, что это все было в 2014 году. Это русская весна, фашизм не пройдет. Все то же самое повторяется опять. Реванша не будет. Мы сегодня пишем на керівника АТО. Требование вот какое? Запретить все пикеты. Абсолютно, потому что... Вважаємо, що наведені вище дії загрожують громадському порядку в місті Маріуполь та спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації та конституційного ладу України.